Сегодня мы покажем тебе, как создать сияющий макияж в золотистых тонах и оттенках металлик. Начнем с мерцающей бронзовой пудры. Кистью для теней наноси пудру чуть ниже скул и растушевывай ее по направлению к яблочкам щек. Затем нанеси кремовые золотые тени на веки, под арку бровей и на внутренние уголки глаз. Для дополнительного сияния можно нанести немного теней на губы, нос и скулы. Теперь подчеркнем глаза. Используя карандаш теплого коричневого оттенка, подведи линию вдоль нижних ресниц и нанеси теплые мерцающие коричневые тени на середину века. Заверши макияж с помощью туши и персикового блеска для губ. Вот и результат. Сияющий оттенками золота макияж для тронутой загаром кожи и горячих летних вечеринок.